мальчишка, я уже читаю книжки, научился читать и могу ученым стать. Нет, в школе лучше, чем в саду. Я в школу с радостью иду. После урока уходишь из класса и никакого тихого часа. Жалко с детством расставаться, но пора за умным браться. Дружно скажем мы сейчас: здравствуй, здравствуй, первый класс. Какие умные у вас первоклассники! Наверняка будущие отличники! Первый класс – это первая ступенька школьной жизни. А мы, 11 класс, в этом году поднимаемся на ее последнюю ступеньку. И к радости, и к сожалению, наша школьная юность продлится всего один год. Но не стоит огорчаться, ведь школа – это не только 11 лет учебной программы, это и дружба, и радость настоятельных побед. Школа – это сама жизнь, и мы уверены, что последний школьный год для нас будет самым лучшим. Дорогие ребята, наступило время чудес. Загадайте свое самое заветное желание и отпустите его в небо вместе с воздушными шарами. И тогда оно непременно исполнится. Раз, два, три. За горизонтом дальним и восхождение к новой высоте. Лети же шарик к новым знаниям, навстречу вдохновению и мечте. Гости великодушные, и вы примите от отроков подарок. А какой лучший подарок? Правильно, от талантливых и творческих детей и учителей. Oh,
Мой черед настал читать указ, всяких чинов людям сказать. Повелеваю детишкам старательно науки постигать, беречь свою школу. Учителям учить школяров, не жалея сил своих. Добытия школа стала образцом благоденствия и мудрости. Учебный год объявляю открытым! И сейчас, дорогие друзья, прозвенит первый в этом году звонок. В этом учебном году первый звонок. Почетное право дать первый школьный звонок в этом году предоставляется ученице 1-го В-класса Литвиновой Алене и ученику 11-го А-класса Бурову Александру, нашему Петру Первому, призеру и победителю районных конкурсов Олимпиад, призеру конкурса «Ученик года». Сейчас ребята дадут первый звонок на первый урок. Классного руководителя
торжества Любовь Юрьевна. Мы
4 А-класс, класс руководителя Смирнова Антонина Николаевна. Руководитель Глупакова Анастасия Тимофеевна. Мы приглашаем в школу 4 Г-класс и класс руководителя Соколову Светлану Владимировну. Руководителя Бояринову Марину Анатольевну. Руководителя Калинина Евгения Максимовича. Пожалуйста. Мы приглашаем в школу 5 В-класс и класс руководителя Годунову Лилии.